Привет зрителям канала, новый день и новая посылка. У нас мисту Васильківця, Киевская область. О, а такой упаковочки еще, по-моему, не было. Эх, о, да, цікава упаковка. Так, что это у нас? Электропила аккумуляторная. Напоминаем, что также можете присылать нам на ремонт технику свою. Работаем только с новой пульсой. Вся со мной по вайбер. Вайбер будет в описании. И еще у нас стандартная, самая распространенная, типа Makita Китай. Ну что, зачет владельцу. А это что такое? Что это за деталюга? Она не отсюда. Ну, прямо что в ней. Зачет владельцу. Чтоб все чистенько. Ну что, давайте подключим. Посмотрим. Ух ты. Вот эта пружинка. С этого, с кнопочки. А что, при транспортировке? Ага, вот она. Да, и что по транспортировке, короче, наверное, ударили. Ну и что, тут уже все, наверное. Ладно. Что, пищит и все. Пи-пи-пи-пи. Блин, это ж та, по-моему, или не та? Короче, что, ребята, разбираем ее и будем уже тестить, в чем тут проблемный узел искать. Так, ну что, по классике. Проверяем контроллер. Улетел контроллер, улетел, покинул чат. Меняем, пока греется паяльник. Что, мы вот этот фиксатор нужно зафиксировать в его утопленном состоянии, и будет кнопка вот так вот нажиматься, чем мы сейчас и займемся. И в этом нам поможет китайский клей 505. Оп. И плюс харчевая сода. Чик. Оп. Прям кулинария здесь уже на канале. Оп, 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 оп. Все. Готовенько. Новый контроллер установлен. Нам нужно протестировать, ну, работоспособность, понятно. И если все работает, то нужно будет проверить правильное вращение, потому что могут фазы не совпадать и вращаться в другую сторону. То есть сейчас в разобранном состоянии вот эта шестерня должна вращаться против часовой. Так, тут на контроллере есть кнопка регулировки оборотов. Она стоит, сейчас горит 3 светодиода, то есть максимальные обороты. Опа, опа, что это, блин? Вот это прикол. А только что запустилось же. Чего, бля? Перезарядил аккумулятор и запускается сейчас. Ну что-то там шоркает. Вот когда останавливается двигатель, слышите? Шурк. Шорк. Поэтому все-таки надо разобрать и посмотреть, что там. Может быть, какое-то механическое есть. Проблема. Да ну что тут, обмотка красивая, в норме все. Ротор. О, кстати. Гайка, и получается тут что?
шестерня привода меняется, откручивается гайка, и шестерня под замену возможно. Прикольно, в принципе. Ну и ротор тут в норме. Странно. Никаких задиров нигде ничего не видно. Ну что, соберем еще раз и будем тестить. Иногда встречается потеря контакта на соединении самой медной обмотки с проводами силовыми, которые идут на контроллер. Бывает такое. Ну, лучше соберем и сейчас понасилуем ее. Собрал двигатель, проверяю, тестю, она покупается, запускается постоянно. Я даже засомневался в работоспособности контроллера. Ну, может, он рабочий был. Просто глючило что-то. Так, и что, смотрите, цикава. Так, берем красный щуп мультиметра на черный провод контроллера и проверяем. Норма. Но что? Норма. А здесь пробитый. Обычно по стандарту пробивается, например, все три вывода, то есть все плечо. Так, теперь меняем черный щуп на красный провод контроллера и все тоже проводим измерение. Норма. И здесь норма. Вот смотрите. Прикольно. Просто вот получается, что один только показатель неправильный. Вот так вот. Ну что, еще подрюкаем его. Ну, в запуске есть, ну что еще. Провода шевелил, ничего не прерывается, цепь. Поэтому что, собираем и в собранном состоянии еще потестируем. Я думаю, что ок будет. Занимаюсь сборкой и обратил внимание на загнутый вот так вот трубку подачи масла. Ну, какая может быть здесь подача масла? Сейчас выровняем, нагреем, выровняем. Хотя даже я сомневаюсь. Смотрите, столько, блин, жесткая, как это, как металл, я не знаю, как пластик, наверное, блин. Вот это же скач. Я с трудом ее, вот смотрите. Она вообще не сгинается. Вот это, блин. Ну, короче, чтобы вы понимали, вот смотрите. Оно жестко стоит. Да, короче, надо менять эту шлангу. Дело не будет так. Шлангу заменил. Мягенькая. Вот так вот, без перегиба все. Ну, вот такая качественная, мягенькая. А вот это, так сказать, оригинальная. Есть разница. Да. Ладно, что, собираем и будем тестить ее. Аппарат собран. О, даже масло сразу подается. Ну, то есть уже, ну, какой-то там остаток прокачивает. Ну и пила запускается. Так, ну что, все, вытираем масло. Пакуем и отправляем владельцу уже исправный инструмент. Так что, кому было интересно посмотреть данный видос, с вас технический лайкос. Всем пока-пока.